сегодня в программе. Ей надоела ее жизнь, вот эта вот бедная нищая. Она устала получать зарплату нищенскую, и она хочет красивой жизни просто. Поэтому как бы я ей нужен. За модным словом «харассмент» скрываются обычные сексуальные домогательства. И Милана Федорова настаивает, что стала жертвой своего бывшего начальника Семена Харченкова. Более того, от этой связи у нее родилась девочка, которая нуждается в официальном отце. Но Харченков не собирается признавать близость со своей экс-секретаршей. У него большие проблемы в бизнесе. И он просто решил сэкономить на собственном родном ребенке. Это почему тогда он у них нет общего? Он боится, что я подам на алименты, а я подам. Марина Пряхина родила сына Славу от женатого любовника. Арсений Щербак признал ребенка при рождении и 11 лет участвовал в его воспитании. Когда младший сын Арсения заболел, мужчина попросил Славу стать донором стволовых клеток. Тогда-то и выяснилось, что мальчики не родственники. И Арсений решил, что Слава ему не родной. Слушается гражданское дело по иску Федоровой Миланы Андреевны к Харченкову Семену Григорьевичу об установлении отцовства ответчика в отношении Федоровой и Полины. Полине сейчас всего 2 месяца. И о взыскании с ответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 доходов ежемесячно. Ответчик с исковыми требованиями не согласен. Так, давайте посмотрим свидетельство о рождении. Федорова Полина Семеновна, в графе отец Федоров Семен Григорьевич. Кто это, истец? Ваша честь, то, что указано в свидетельстве о рождении моей дочери, это вымышленный человек. Угу. А настоящий отец – это Семен Григорьевич Харченков. Мне не нужно, чтобы он становился моим мужем, и он уже состоит в официальном браке. Просто я хочу, чтобы он признал через суд, что он отец, и он обязан платить алименты моей дочери. Так, хорошо. Ничего отвечу. Я никому как не обязан. Обязан. Никому я ничего не обязан. Ваша честь, это не моя дочь. И вообще, я удивлен, что она набралась наглости и устроила вот этот спектакль в суде. Это не наглость, это жажда справедливости. Мне не надо, чтобы он меня брал замуж, и ничего вообще мне от него не нужно. Мне надо только, чтобы он признал, что это его дочь, и платил алименты. Ваша честь, позвольте рассказать. В августе 2020 года я искала работу, так как проблемы в семье, и нашла его частную фирму Семена. Угу. Пришла к нему, и он меня взял секретаршей. Сначала все было хорошо. Он относился ко мне с уважением, отпускал меня рано с работы. А потом он сам знает, что было. Ну, он-то знает, суд пока не знает. Расскажите, пожалуйста, как у вас близкие отношения начались. Да нечего рассказывать, Ваша честь, нечего. Как-то раз он взял меня за руку, а я резко ее убрала. Потом он пригласил меня на бизнес-ланч пообедать. Я согласилась, потому что было неудобно с ним, как-то все-таки мой начальник. И я пошла. Второй раз я уже отказалась, соврала, что иду с подругами. А потом 8 сентября он закрыл дверь, и что случилось, то случилось. Где он закрыл дверь? У себя в кабинете. У себя в кабинете. Ну, если вы так не хотели с ним вступать в отношения, вы же могли сменить место работы, разве не так? Нет, не могла, Ваша честь. А у меня больная мама, у нее проблемы со здоровьем, и я брала кредит на 400 тысяч рублей. Мне нужна была эта работа, а Семен платил хорошие деньги. А еще были какие-то эпизоды, когда у вас был секс с ответчиком? Да. 15, 20 и 25 сентября. Как вы четко все помните. И вполне возможно, по вашему мнению, зачатие произошло в один из этих дней, да? Да, все верно. Так, 10 июня родилась Полина. А отношения у вас, ваших слов, да? Сентябрь-октябрь. Ну, вполне, да, может быть. Угу. В октябре я поняла, что я беременная. В женской консультации мне сказали, что у меня резус-фактор отрицательный, и мне нельзя делать аборт. Поэтому вот так родилась Полина. Поэтому потом я написала Семену Григорьевичу, на что я получила матерное сообщение. И поняла, что только через суд я смогу добиться его отцовства. Угу. Ну, что скажете, Семен Григорьевич? Да ложь это все, вот что я скажу. Ложь!
Вообще это все было по-другому, понимаете? Она мне проходу не давала, ваша честь. Она постоянно нарушала дресс-код. Она постоянно приходила в этих коротких юбках, она постоянно в этих блузках с этими расстегнутыми пуговицами. Ну, у меня последовал вопрос, то есть я ее спросил: девочка, что ты хочешь вообще? Зачем это вот это все? А на что она мне ответила? Что она меня влюблена, понимаете? Что меня очень рассмешило. Я был ошарашен этим ответом. Я сказал, что тебе больше нравится во мне, моя седина или мой возраст? Нашел она мне как бы напрямик, заявила, что ей надоела ее жизнь, вот эта вот бедная нищая. Она устала получать зарплату нищенскую, и она хочет красивой жизни просто, поэтому как бы я ей нужен. Я ей ответил, что я давно и крепко уже женат, что я на работе себе не позволяю ничего личного, никогда такого не было. Меня знают и коллеги, и друзья, и все по работе. Но потом началось как бы вообще... сумбур. Она перестала ходить на работу, она опаздывала на 3 часа постоянно. Я ее уволил. Я, ваша честь, я считаю, что 3 часа опоздания, это считается прогулом, правильно? Вот я ее взял и уволил за это. А вот ее рассказ о том, что случилось в вашем кабинете, это ложь? Конечно, ложь. Конечно, ложь. В кабинете. Ничего там не было в кабинете. Слушайте, мои дети в школе подвергаются насмешкам. Над ними смеются. В лицее. Они учатся в лицее, над ними смеются. Понимаете, вот из-за этой истории. Коллеги мои, друзья косятся на меня, потому что я никогда не был замечен ни в чем таком. У меня нормальная репутация. Мало того, я нашел адвоката. Я решил подать в суд, иск. Оценил моральный ущерб 1,5 миллиона рублей. Понимаете, я хотел наказать ее за это, но глупый взял и сам об этом ей сказал. Вот, ну, то, что я собираюсь делать. А она взяла, смотрите, она взяла, опередила меня, и вот я сейчас стою перед вами. Я ничего не хочу там как-то нагрубить, ничего. Просто вот, знаете, одно то, что я здесь стою, уже бьет сильно по моей репутации. Мне вообще вот этого всего не надо. Вот я хочу, чтобы мне помогла ее подруга, Анжела Симакова. Вот она сейчас просто расскажет вам и докажет, что я не являюсь отцом этого ребенка. Пригласить, пожалуйста, Симакова Анжелу. Я никогда не думал, что ты на такое способна. Никогда не думал. Здравствуйте, Анжела. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто является биологическим отцом ребенка Миланы? Я точно знаю, я уверена, что это не отец. Семен Григорьевич, это не отец. Я объясню, что хочет добиться Милана. Она уже была беременна на тот момент, как ее уволили. И она понимала, что если она обратится в трудовую инспекцию, ей никто ничем не поможет, потому что она на самом деле виновата, что опаздывала на работу. И она ко мне пришла и хотела проучить своего шефа. И говорит, я знаю, как проучить своего шефа. Еще и бабок с него срубить. Ну, мне стало интересно, я говорю, ну-ка расскажи. Она говорит, ну, мы снимем видео, напиши мне, пожалуйста, текст, снимем видео, выложим все в соцсети, чтобы все, вот, ну, все видели, все люди, чтобы было много просмотров, чтобы прям вот, ну, взорвать эту ситуацию. Ну, я просто умею это делать, я грамотно написала текст, мы все сделали. Я согласилась только из-за того, что я попросила деньги. 20 тысяч рублей за свою работу. Естественно, денег у нее нет, она сказала, я вот деньги получу после всех этих просмотров и тебе заплачу. Но денег не было. Анжела, я же тебе говорила, что мне пришлось вернуть все эти деньги, что меня везде заблокировали, удалили, что все эти рекламные акции провалились, и еще мне проблем с заказчиками не хватало. Да мне плевать, понимаешь? Мне плевать. Я свою работу сделала? Сделала. Мало того, она мне потом сказала, что Харченков будет подавать на нее в суд. Она тут же слила мои контакты, как будто я во всем виновата. Но мы с ним хорошо, он нормальный мужик оказался, мы с ним нормально поговорили, я ему все объяснила. И он мне тоже дал понять, что у них с Миланой ничего не было. А еще до всей этой ситуации Милана мне говорила, что вот какая-то там есть в Америке история о продюсере, которого обвинили в харассменте. И она решила то же самое сделать, только еще побольше, чтобы бабок срубить, чтобы вот всю эту популярность развить, понимаете? Да, ну просто вот все дело в том, да, что у нас в России это ненаказуемо. Ни в административном, ни в уголовном порядке. Милан, я хотела бы все-таки уточнить, какие цели вы на самом деле преследуете? Ваша честь, я просто хочу, чтобы Семен Григорьевич Харченков признал, что он отец и был вписан в свидетельство о рождении моей дочери Полины. Больше мне ничего от него не нужно. Мне посоветовали найти свидетеля,
очевидца, который бы сказал, как вел со мной Семен. Угу. Может, и, соответственно, этот свидетель сможет подтвердить, что непосредственно Семен да. является биологическим отцом, верно? Да, все верно, Ваша честь. Интересно посмотреть. Клывана Ивановна Сергеевна, ваш свидетель, да? Верно. Пригласите ее, пожалуйста. Мне уже надоела вся эта ситуация. Почему я должна разруливать? Я виновата. Я тебе помогла, помогла. А в итоге виновата крайняя Сергеевна. Я. Скажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, кто является биологическим отцом? Семен? Я убеждена, что отцом вот этой девочки является Харченков Семен Григорьевич. А вы откуда вы знаете? Я работаю у него на фирме уборщицей. Я была очевидцем его домогательств до Миланы. Что вы говорите? Я не боюсь, понимаете? Я не боюсь, что это его ответная реакция, потому что, ну, в крайнем случае, он может меня уволить. Ну и что? Ну, скорее уборщица, всего, так и я сделает. На каждом углу себе эту работу найду. Так вот, я расскажу сейчас, что я видела. В начале сентября, это было 8 сентября, да, 8 сентября, я задержалась на работе допоздна, но хотела убрать все, чтобы утром рано не приходить, не убираться. И когда очередь дошла, значит, до кабинета директора, я дернула, а дверь закрыта. Но я еще раз несколько раз дернула, и оттуда мат Семена Григорьевича, мол, пошли отсюда. Но я все поняла и пошла в другие места мы. А через некоторое время... А вы уверены, что в кабинете был именно Семен? Так вот, через некоторое время я слышу, дверь открывается. И я спряталась за угол, чтобы от греха подальше. Смотрю, а выходит Семен. Вот. Ну, выходит и выходит. А через некоторое время я увидела, что выходит Милана. Вы знаете, вид у нее был ужасный. Она была зарёвана, ее всю трясло, колготки были порваны. Она еле-еле шла. Ну, я поняла, что случилось. Я ей помогла умыться. Еще хорошо, что я живу недалеко. Ее в таком виде просто отпускать нельзя было. Я ее привела к себе домой, чаем напоила, колготки новые дала. Но отпускать домой не решилась. И, в общем, она мне весь вечер прорыдала и рассказала все в подробности. Как он, знаете, вот ее просто как спрут. Просто вот, да знаете, бред это все! Ну что ты несешь? Конечно, кто бред. Это, кто это женщина вот, вообще? Я не могу. И вот понимаете как? То есть это она рассказывала, я ее понимала, понимаете? Мне так ее было жалко. А 25 сентября я второй раз увидела такую сцену. И тогда я Милане сказала, девочка, тебе надо увольняться, если ты не хочешь повторить судьбу моей дочери. Слушайте, вот. Это бред полный. Какой дочери? Какой дочери? Ну, какое она отношение имеет вообще к этому делу? Причем здесь ваша дочь? 25 числа, 15, 10, они все даты помнят. Успокойтесь, пожалуйста, ответьте. У меня хорошая память. Ну, кто так вот женщина устроена. Вот такой вот запоминающийся человек. Ваша честь, у меня есть дочь Барсукова Инна Васильевна. Ну, у нас с ней фамилии разные. Так вот, это еще до Милана было. Я узнала, что на фирму требуется это, секретарь. И сказала своей дочке. Но она пошла, устроилась. Но я же не знала, что это за человек, понимаете? И получается так, что я своими руками толкнула дочь в эту пропасть. Я понимаете? Не помню вообще я потом дочь. Просто разрывалась, у меня душа разрывалась о том, что я наделала. Я до сих пор себя корю. Это, ну, в общем, случилось то же самое, что и с Миланой. И моя дочь, у нее было очень сильно после этого очень сильное нервное расстройство. Она лечилась сильными антидепрессантами. А потом вообще начались сильные проблемы с психикой. И теперь мы живем от больницы к больнице, от дурки к дурке. И понимаете как? Семен Григорьевич, он разрушил судьбу моей дочери. Он прошелся грязными сапогами по ее жизни. Слушайте, да я сочувствую, женщина. Я сочувствую вашему горю, замолчите. Вашей драме. Но вы что путаете? Поговорите с вашей дочерью. При чем здесь ваша дочь вообще к этому делу? Я не помню, кто это вообще. Кто она, кто ее дочь? Я не помню этого. С которой он удовлетворял свою похоть. Какую похоть? Что вы несете? Вы возьмите сейчас всех женщин на меня повесьте. Вы что, женщина? Вы обалдели, у меня репутация меня все знают. Вы что говорите? Все какая знают. Дочь? Да все что? Знают, да боятся. Да при чем здесь ваша дочь? А вы что, приплели ее сюда, в эту историю? Я не понял. Давайте все, вот тишина в зале говорите. Суда. Да. Есть некий человек, Марков Антон Алексеевич. Вот он себя считает биологическим отцом. Вот он себя считает биологическим отцом. Два дела были объединены в одно исковое производство. Есть пригласите, пожалуйста, свалить. Маркова Антона Алексеевича в зал ну, суда. Вот и найдется твой настоящий отец. А то все вокруг... Бред какой-то, честно девочку, слово. Бред вы какой-то, на девочку женщина. Не клевещите. Слушайте, при чем но здесь вот девочка? Существо. Что вы со своей дочерью? Вы что на меня все повесить хотите? Я не понял. Вы что, вы кого? Все, монстра? Не все. Чикатило, что ли, какой-то? Вы что, а женщина? Попортили, вы обалдели? У меня... Я сколько лет? Ну что я такой?
Здравствуйте. Антон, пожалуйста, вот сюда проходите. А то юлить стали. Скажите, пожалуйста, суду, Антон, кем вы приходите с Миланой? Какие у вас с ней отношения? Почему вы себя считаете биологическим отцом? Почему в графе «отец» свидетельство о рождении прочерк? Ваша честь, мы с Миланой знакомы 3 года. Целых 3 года. Год у нас с ней близкие отношения. И в сентябре у нас с Миланой все было. Вот что и требовалось то доказать. Есть я не сомневаюсь, что Полина — это моя дочка. Я даже Милане сделал предложение, когда узнал, что она беременна. Но вот она почему-то сказала, что она любит другого. Ну, бред какой-то. Разве ребенок — это не повод для замужества? Я забирал ее с роддома. Я помогаю ей сейчас спускать коляску с 5-го этажа. Это же тяжело. Даю денег. Ну и вообще мы гуляем, как нормальная пара. То есть вы пара? Ну, я считаю, что так, да. И Полинка всегда, когда меня видит, так улыбается, радуется мне, любит меня. То есть так прекрасно, когда у тебя есть своя дочка. Вот только почему она меня замуж не хочет за меня замуж? А вы предложение делали, она отказала, да? Без денег ты, Антон, понимаешь, без денег. Поэтому она и не идет за тебя замуж. Антон, ты хороший парень, просто ты достоин другой девушки, лучше, чем я. И я не хочу начинать семью со лжи. Вот это правильно. Вот молодец, и девочка. И Полинин отец не ты, а Семен. Это тоже не факт, ваша честь. Может быть, даже не Антон, может, Петя, Вася, Сережа. Начинаю. Давайте мы узнаем. Сейчас все генетическая экспертиза расставит на свои места. Принесите, пожалуйста, конверты с ДНК-тестами. Спасибо. Вот честь для меня. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы Маркова Антона Алексеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Маркова Антона Алексеевича и Федоровой Полины Алексеевны. По результатам настоящей экспертизы Марков Антон Алексеевич не является биологическим отцом Федоровой Полины Алексеевны. Я так и знала. Вот этот негодяй. Негодяй, подождите, сейчас еще кто-нибудь зайдет. Ну как же так, Милана? Смотри на меня. Милан, что я теперь скажу родителям? Они думают, что у них внучка есть. Что теперь делать дальше? Не надо было говорить родителям. Отец Полины, еще раз повторюсь, это Семен Григорьевич Харченко. Не факт. Сейчас узнаем, факт или не факт. Оглашаются результаты, Семен Григорьевич, вашего ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Харченкова Семена Григорьевича и Федоровой Полины Семеновны. По результатам настоящей экспертизы Харченков Семен Григорьевич является биологическим отцом Федоровой Полины. Но я вам верю. Вот. Я вас тут стою, защищаю. Наконец-то справедливость восторжествовала. У меня нет слов просто. Бред какой-то, честное слово. Ну как же бред-то? Бред. Потому что бред. Конечно, бред. Все да. У нас бред. Ну с этим бредом вам теперь придется как-то дальше жить. Подловил ты меня. Я вам клянусь, говорю, все было совершенно по-другому. И не я за ней ходил, не я за ней бегал. Она постоянно от меня, вот просто она вгрызлась в меня, понимаете? Она мне проходу не давала, ваша честь. Ну я мужчина. Я не сдержался, я не знаю. Ну, слушай, я прошу прощения, ваша честь. Давай как-то решим, я не знаю, ну, между собой, ну, ты же нуждаешься, тебе же нужны деньги, правильно? Ну, что-то я не знаю, зачем тебе все вот это вот? Давай тебе там 1 000 000. Ну, зачем мне твой 1 000 000? Я что, на дуру похожа? Ты мне дашь деньги, они у меня закончатся. А как я буду обеспечивать Полину? Нет уж, плати. Коль ты отец, плати до 18 лет. Я говорила, что ей нужны деньги только. А то, что касается того, что я тебя завлекала или соблазняла, да, я молодая и красивая, я хочу красивую жизнь, богатую. Я думала, ты уйдешь от жены, но не сложилось, не получилось. Вот, девочка, богатую жизнь, ей только и нужны деньги, как понимаете? Же, как она же никакая так? Не жертва. Это она просто это все раздула, чтобы получить денежки, и это, все. Это же вот жизнь ты свою молодую, с вранья-то начинаешь. Это что, Милан, это же грязно, не пойми, это грязно. Теперь. Ну вот что ты на него смотришь? Ну вот посмотри, хороший парень, а ты смотришь, и меня втянуло вот в эту всю... Я-то искренне сочувствовала тебе, с дочерью своей сравнивала, помочь хотела. Да я бы ни за что не пошла, если бы вот такая ситуация... Господи, как это мерзко, вот... Мерзко просто. Милана, слушай, у тебя вот с ним вот точно ничего не получится. Ты подумай реально над этим предложением. Точно не получится. Точно не получится. Ты сразу кредит сможешь выплатить. У нас с тобой на свадьбу останется. Ты об этом не задумывалась? Я Полиночку люблю.
Я как бы хочу быть и отцом. Хочу с денег тобой у тебя нет, дорогой, денег! Отцом ты хочешь. Ну, так быть. Заплати побольше. Да. Да, не сложилось с Семеном. Но вдруг он уйдет от своей жены, одумается, что у него есть дочь. Так ты же ничего от меня не хочешь, кроме денег. Зачем я должен уйти от своей жены? Судолесли вынесение решения. Ну вот насчет элементы платить. Первым делом отдашь мне долг. Иск Федоровой Миланы Андреевны об установлении отцовства ответчика и взыскании с него алиментов удовлетворить, установить отцовство Харченкова Семена Григорьевича и указать в актовой записи о рождении ребенка в графе «Отец» ответчика Харченкова Семена Григорьевича, а также взыскать с него алименты на содержание ребенка в размере 1/4 заработка ежемесячно. В иске Маркова Антона Алексеевича об установлении отцовства отказать. Суд устанавливает отцовство ответчика Харченкова Семена Григорьевича, потому что утверждение истца, что ответчик является биологическим отцом ее ребенка, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы и обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства. Судебное заседание закрыто. Дадите мне ваш номер телефона. Заседание закрыто. Я помогу вашей дочери. Защищать? Я вам уже помог. Уже помог. Я помогу. Начал и помог. Все здесь враги. Все. Далее в программе. У него большие проблемы в бизнесе. И он просто решил сэкономить на собственном родном ребенке. А почему тогда он у них боится, нет общего? Он боится, что я подам на алименты, а я подам. Марина Пряхина родила сына Славу от женатого любовника. Арсений Щербак признал ребенка при рождении и 11 лет участвовал в его воспитании. Когда младший сын Арсения заболел, мужчина попросил Славу стать донором стволовых клеток. Тогда-то и выяснилось, что мальчики не родственники. И Арсений решил, что Слава ему не родной. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушается гражданское дело по иску Щербака Арсения Александровича к Пряхиной Марине Владимировне об оспаривании отцовства в отношении Пряхина Вячеслава. Вячеславу сейчас 11 лет. Ответчик против иска возражает. Поясните, пожалуйста, Арсений. Вот вы с Мариной, я так понимаю, что не живете вместе, да? Правильно. Угу. Я также правильно понимаю из материала дела, что у вас сейчас уже другая семья. Верно? Да, ваша честь. Ребенок вами был признан при рождении. Почему сейчас, когда ему уже 11, вы решили свое отцовство оспаривать? Ваша честь, понимаете, какая ситуация? В 2009 году, когда Марина сообщила мне о своей беременности, аборт делать было уже поздно. И я, как порядочный человек, я записал ребенка любовницы на себя. Угу. Но лишь мы с ней договорились, что у нас будет своя маленькая тайна. Ребенок останется с фамилией мамы, а отчество возьмет мое. Ну, ничего себе тайна. Сами записались отцом и решили в тайне сохраниться. А смотрим свидетельство о рождении в графе «Отец» Щербак Арсений Александрович. Это очень трудно в тайне было сохранить. После рождения... Фамилия у него действительно по маме. После рождения Славы я помогал Марине деньгами. Я был очень недоволен той ситуацией, как она меня подставила. И интимной связи у нас больше не было. Я очень боялся, что она расскажет все моей жене. На тот момент то есть вы на тот момент были женаты? Совершенно верно, ваша честь. Я боялся, что она расскажет все моей жене о нашем сыне, и поэтому тянул эту лямку. Знаете, как тяжело осознавать, что все эти годы содержишь чужого ребенка. Ну, а с чего вы решили, что он вам чужой? Не совсем понятно. Я сейчас все поясню, ваша честь. Значит, примерно через полгода после того, как Марина родила ребенка, моя жена Юля забеременела. Сейчас нашему сыну Артуру 10 лет. Угу. У Артура тяжелое заболевание крови. Нужна срочная трансплантация костного мозга. Мы с женой мы не можем стать донорами по той причине, что у жены гипертония третьей степени, а у меня была резекция желудка 3 года назад после пропадной язвы. А неродственного донора... А это исключает, да, возможность? Да, совершенно верно. А неродственного донора в базе данных во врачебных не нашлось, к сожалению. И тогда я попросил Марину, чтобы Слава
стал донором для нашего с женой сына Артура. На что Марина согласилась, ведь Славка молодой спортсмен, у него отменное здоровье. Марина дала согласие. Я жене своей рассказала об этой ситуации, а она ответила, что не делается все к лучшему. Не загуляй бы ты тогда, у нас не было бы сейчас возможности найти донора для нашего сына, для Артура. Костный мозг подбирают с учетом белков меток для того, чтобы иммунная система организма смогла различить свои клетки от чужих. Это называется гистосовместимостью. Так вот, Ваша честь, после того, как сделали анализы Славы и Артура, врачи сказали, что у них совершенно несовместимые клетки. То есть он не стал в итоге донором, да, для вашего сына? Да, Ваша честь, он не стал, у них нет совместимости. И у вас есть еще какая-то возможность спасти ребенка? Сейчас Артур находится в больнице, мы ищем донора. Мы, конечно, с женой в шоке, потому что мы очень рассчитывали на Славу. Сейчас мы ждем... Все, поняла вас. Ответчик, вы с иском не согласны? Не согласна. Конечно, не согласна. Я родила ребенка от Арсения. Вы даже не представляете, у меня мужиков никаких не было вообще на тот момент. Вы даже не знаете, как я его любила. Я думала, я рожу ему ребенка, он уйдет от жены ко мне, благо у них на тот момент не было детей. Но когда я родила, и, между прочим, Арсений признал ребенка, да. Он вдруг сообщает мне, что его жена тоже беременна. Вы понимаете, угу. Какой у меня был шок? Угу. Она беременна, он, видите ли, теперь не имеет права ее бросить. Но я вот переступя через себя, сказала, что ладно, хотя бы какие-то деньги плати, пожалуйста, мне. Я задержал угу. ребенка. Арсений обратился к вам, ответчик, с просьбой, с тем, чтобы ваш сын, ваш общественный, стал донором стволовых клеток для его сына Артура. Вы знаете, я вообще не знаю, что там получилось и почему клетки стволовые Славы не подошли. Я даже понятия этого, я просто не представляю. Вот. Но на тот момент... Ну, а скажите, вот его не стали подвергать этой операции? Да, я была вот очень счастлива, что мы не стали ребенка этой операции подвергать. Вот. Но я только одно могу сказать, что я родила ребенка от Арсения. А то, что он решил отцовство оспаривать, это вообще с его стороны мало того, что глупо. И он просто решил воспользоваться ситуацией, потому что у него сейчас большие проблемы. Мало того, что со здоровьем сына, у него большие проблемы в бизнесе. И он просто решил сэкономить на собственном родном ребенке. Так, а почему тогда он у них боится, нет общего? Он боится, что я подам на алименты. А я подам. Я подам, потому что я просто уверена, что он и отец ребенка. Это надо было ребенок. Сделать это давно, тем более, что он вписан в свидетельстве о рождении в качестве отца. Я бы очень хотела, чтобы вы пригласили мою маму, Зинаиду Степановну. Она бы подтвердила совершенно точно, что Арсений является отцом моего ребенка. Угу. Нашего сына. Да, пригласите, пожалуйста, Славу. Зинаиду Степановну. Так сына своего оскорблять и унижать. Мы сейчас разберемся. И как я поражаюсь. Здравствуйте, Зинаида Степановна. Проходите, пожалуйста, вставайте к вашей дочери. Прекрасная. Спасибо, мама. Ну, давайте, мама. Зинаида Степановна, а как вот вы считаете, действительно может быть такое, что Арсений не является биологическим отцом вашего внука? Вы допускаете эту вероятность? Нет, не может. Я знаю, что у Маришки на тот период никого не было. Вот. Я знаю, что она все свое время искала принца. А вы в этом так уверены, что у нее никого не было? А потому что она такая же, как я. Я тоже по молодости тоже принца искала и нашла. Нашла принца-то? Музыканта нашла. Ну, думала, великим принц. Будет. А он спился и занаркоманил. И помер. А Маришечке тогда 10 лет всего было. Я ее одна растила. Я как переживала-то, что он так долго замуж-то не выходит. А потом вдруг соседка по даче и звонит. Это был июнь 2009 года. Звонит и говорит, у тебя Маришка приехала на дачу. Завидно соседке, да, стала? С крутым мужиком на тачке. Ой.
Вот. Ну и что? И я, естественно, сорвалась, взяла такси, приезжаю на дачу, смотрю, вот она иномарка и стоит. Я в дом захожу, смотрю, эти два голубка уже в постели кувыркаются. Не оправдывайся. Ага. Арсений-то быстренько вскочил, судорожно на себя одежонку-то напялил и бежать. Я Маринку и приперла, кто такой? Она и говорит, женатый. Женатик. А тут потом и выяснилось, что она, оказывается, еще и беременная. Угу. Что, вот. Тоже от Арсения? От себя. От кого еще-то? Ага. От 10 марта 2010 года ага. Мой внучок, Славик, ты родился. Значит, зачат он был как раз в июне 2009 года. Угу. На тот момент у Маришки, я точно знаю, никого не было. Да. Это точно твой сын. Ой. И скажите, не опирайся. Да, все понятно. Спасибо, свидетель. Ваши аргументы ясны. Истец, не совсем понятно. Вы же не отрицаете, что у вас была связь с ребенком, записали на себя, правильно? Да. Да. Признавали себя отцом, и мама да. подтверждает, что связь была. Вы почему решили, что ребенок не ваш? Просто потому, что он не подошел в качестве донора? Понимаете, ваша честь. Непонятная аргументация. Я считаю, что такое может быть вполне. Простите, что перебиваю. И Марина, и мама, они просто лгут, понимаете? На тот момент, в то время, ко мне приходил один мужичок. И он, ваша честь, мне говорил, типа запугивал немножечко, говорит, отстань от моей невесты, не мешай нам жить, ну, всякое такое. Я, конечно, его послал на три буквы, показал адрес, но сейчас к суду я его разыскал, понимаете? И это оказался сосед их по даче, Геннадий Ярцев. Кто? Это то есть вы утверждаете, самый... что она, помимо вас, встречалась еще с другими мужчинами? Совершенно верно, ваша честь. Он подтвердил мне, что у него была интимная близость в июне 2009 года. Он, конечно, ой, бухарик, он нормально поддает. Но вот я его попросил, ну, чтобы он в суд пришел. И он это, наверное, пообещал. Ярцев Геннадий Викторович, совершенно да? верно, Ярцев Геннадий Марина. Викторович. Пригласите его, пожалуйста. Живой, что ли? А я почему сюда пришла? Кто меня сюда пригласил-то, можно сказать? Сейчас все узнаем. С кем ты и куда ты ходишь? Здравствуйте, Геннадий. Байкеров приведет. Проходите, пожалуйста, костюм. Здорово. Ты трезвый сегодня? Явился. Господи, я-то думала, кто это такой? Здравствуйте, Боже Геннадий. Боже мой, алкоголик местный. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили прийти в суд, давать свидетельские показания, что вас связывает с ответчиком? Ваша честь, я со вчерашнего дня трезв, как стекло, и это состояние мне совсем не нравится. Но ради правды я молодец. Готов потерпеть. А о какой правде речь? Ну, о той, что сын Маринки Славка от меня. Еще один врун, блин. Кошмар. Ну, отцом-то мальчика записан совсем другой мужчина. Расскажи. Я... А что, если к вам иск предъявят об установлении отцовства? Да зачем я Маринке нужен? Я не работаю. Жениться я всегда боялся, ведь тогда бы пришлось работать, например. Семью содержать. Когда мы с Маринкой тусили, у меня 26 лет было. Я жил с бабушкой на даче, у меня свой гараж большой был. Мы там с пацанами мотоциклами занимались, путешествовали, но постепенно... Пацаны из тусовки начали жениться, из тусовки они пропадали одним за другим. В общем, я видел, что жены они своих боятся, жизнь их превращалась в ад. Я себе такой жизни не хотел. Я свободный человек. То есть текущая жизнь, как вот вы сейчас живете, вас устраивает, абсолютно. Да? Абсолютно. Свободный маргинал. Истец Арсений утверждает, что в июне 2009 года вы к нему неоднократно подходили и говорили, чтобы он оставил ответчика в покое. Было такое, нет? Да, я Маринку с детства знаю. У нас участки рядом. Она с нами в тусовке тусовалась, я ее даже на байке учил ездить. Угу. И матушку ее, тетю Зину, мы иногда всей тусой ей помогали. То ей огород вскопаем, по хозяйству спасибо, что-то спасибо, поможем. Вам, она нам спасибо. Самогоночки на толпу. Ну, здорово, хорошо да. вы жили, я уже поняла по вашим словам. А, тем не менее, у вас не интимные отношения были? Да, 15 июня 2009 года у меня днюха была. Праздновали у меня в гараже. Я и Маринку к себе позвал. В общем, затусили мы, набухались, Маринка тоже. А на утро просыпаюсь из-за того, что мне кто-то в лицо ледяной водой плеснул. Я глаза открываю, а надо мной тетя Зина склонилась с ведром. Главное, я лежу в одних трусах на спальнике, прямо на полу в гараже. А рядом со мной Маринка тоже в одних трусах. Зачем ну, такие подробности-то нужны? Так и главное, рядом презерватив валяется в разорванной хорошо, до конца запомнил. Упаковке. Кошмар. И тогда я вспомнил, что когда мы пошли сексом заниматься, у меня презик с собой был. Но так как я был пьяный, я его не смог открыть. Так, в общем, мы без него и переспали. Ты что гонишь-то, придурок? Ничего вот, у нас вообще вот, с тобой Мариночка, не было. Было вообще. Было. Ну да, мы давай, напились. Давай. Ты стал ко мне приставать.
Я ответила взаимностью только потому, что в этот день нас мама застукала с Арсением. И он сказал, что я не буду, мол, жить с вашей дочерью, у меня, значит, есть супруга и все остальное. Но я и пошла потом в вашу компанию, и поэтому и переспать-то с тобой хотела, вот назло этому гаденышу. У нас с тобой ничего не было. И, между прочим... Ты такой был бухой, ты пока с этой пачкой, блин, презервативов возился, блин, и уснул прямо чуть ли не на мне. Ну, я потом, конечно, тоже заснула. А потом он, мама пришла, нас разбудила. Она вот раньше меня тебя, она раньше нет, меня. Нет, не раньше, она нас вместе да. чуть ли не ведро. Она меня вначале разбудила и дала мне втык. Потом заставляла жениться на тебя. Сказала, что сдаст меня ментам за то, что я с тобой сонной не переспал. Верю, я умолял ее не делать этого. Тогда она сказала, чтобы я пошел твоему любовнику и сказала, Санта-Барбара что у вас, я давайте. Твой жених. Мама. Что вы и сделали? Совершенно верно. Ну да. Так я же оно... вам говорил, ваша честь. Я даже не ожидала. Так оно я и было. А что, да, то есть действительно, он к вам я же вам говорил, что он ко мне приходил, да. там запугивал, что-то там объяснял. Я Марине мама. В тот вечер не стал ничего говорить. Думаю, зачем мне нужна эта информация? Она мне не жена, она просто красивая тёлка, с которой я могу время провести. Спасибо тебе, любил, говоришь, люблю пожалуйста, дорогая. Тебя. Я с ней, когда встречался, всегда презервативами пользовался. Кошмар. Потому что очень боялся, что занесу какую-нибудь грязь себе и приду домой с этим. Правильно. И жену заразите. Совершенно верно. А все это было возможно, потому что мы, когда приезжали к ней на дачу, она встречалась там, обнималась с кучей мужиков, каких-то грязных байкеров. Одно вранье. Одно вранье. Никогда не видела. Сплошное вранье. Никогда не видела. Пожалуйста. Но... Никогда не видела. Было такого. Она никогда. Как близкая какая-то сестра. Наверняка она там с кем-нибудь спала еще и среди байкеров. Как не наговаривай на мою дочь. Не наговаривай. И в то же время, когда ко мне этот упырь Ярцев приходил, мать Марины меня после работы подловила. И тоже требовала, чтобы я женился на ней или не мешал отношениям ее с женихом. Угу. Было такое, скажите, пожалуйста. Да, было. В тот день, когда она мне сказала, что Арсений женат, я, естественно, с ней поссорилась. Она психанула и ушла на днюху к этому Ярцеву. Я очень переживала, мам, правда. Я вечером давай, ждала ее. Сейчас здесь. Нету. Разжалобит. Утром пошла, смотрю, гараж открыт у Ярцева, и эти два голубка лежат. Но они были в одежде. И она в одежде, ну, и он в одежде. Ну, и что? Я ее бужу, а она не просыпается, пьяная. Думаю, ну я что? Я очень переживала. Давай шмотки с нее сниму, чтобы она проснулась, и было видно, что она голая, но... и ей было бы стыдно, что она с этим Ярцевым еще и переспала. Но сделала это я все не так просто. Добрая мама я просто такая. Хотела Ярцева мама, подставить. Вообще, я не ожидала. Зачем? Просто... Зачем вы хотели его подставить? Я его хотела, чтобы он припугнул Арсения своей командой байкеров. У вас прям многоходовочка. А как же? Вообще, я же дочку хочу вообще. Свою слава замуж Богу, выдать удачно. Слава Богу, я такую тещу не поимел. То женился вот. Бы на Марине. Ну и что? Ну припугнул он его. А он и не испугался. Конечно. Да, ну и что? Мне ничего не оставалось делать, как признаться тебе, что, что между... Моей доченькой и Ярцевым ничего не было. Просто они в гараже вот так. напились. Ну и что? Ты же тогда поверил, что наш Славик твой сын и все 11 лет помогал. Копейки, просто копейки да. были. И сын, ну, хоть что-то. И сын твой, Славик, он же тебя отцом считает. Mm-hmm. Вот что сейчас будет, если ты от него откажешься? Ведь он же тебя любит. Вот как вообще вы собираетесь ему сообщить, что вы не папа? Вот, ну что? Ваша честь, как а что, вы это видите? Что говорить? Просто я исчезну из жизни ребенка. То есть для вас все так просто? Фамилию менять не нужно. Отчество тоже никто не заставляет менять. Потом мама может сказать спокойно, что я умер. Все, дело с концом. Что сказать? Ты в своем уме вообще? Потом, что да нет, там он не в своем. Сын так любит тебя. Ты представляешь, что я это скажу? И что это он ее в больницу со стрессом повезут. И вообще, это сын вообще это не Ярцев же, а твой. Слушай, я не настаиваю, что это Ярцева сын. И вообще, там столько мужиков было, ты могла с кем каких угодно... Каких мужиков? Ну, каких мужиков? Мама подтверждает, по что у меня никого... Ребенка. Я верная вообще женщина. Хватит меня на жалость давить уже. Я верная женщина, я всегда такой буду. Я не буду больше общаться тебе? С твоим все, сыном. Молчи уже. Хватит. Все. И вообще, ребенка жалко только с таким папашей. Жене, все.
что у нас раньше большая тусовка была. Все. Там дофига мужиков было. Ваша честь, я прошу свою жену пригласить сюда Юлию. Она в зале. Она меня простила и тоже поддерживает. И она тоже считает, что Слава не является моим сыном. Потому что мы совсем не похожи. Вот Артурчик похож на... И вы ее ради этого хотите пригласить в качестве свидетеля? Совершенно верно. Совершенно верно. Честь, Щербак, ну, посмотрите, Юля, одно лицо, пожалуйста, стоит. Ты, ну, я даже не устану повторять, что я жалею все дни, которые с тобой связалась. Я говорила, я тебя, Вика, так тебя люблю. Или Марина. Юлечка. Юля, здравствуйте. Не волнуйся, здравствуйте. Юля, вот ваш муж оспаривает свое отцовство, вы, наверное, знаете, да? Тем не менее, мальчик его очень любит и к нему очень привязан. Ваш муж утверждает, что не является его биологическим отцом. Это может нанести ребенку большую травму. Естественно, он не является отцом этому ребенку. Это невозможно. Это невозможно. Почему? Почему вы считаете, что это невозможно? Ну, потому что мой муж меня любит. Мы всегда жили дружно, понимаете? У нас с ним близкие отношения, честные отношения. Не было такого. Он меня не изменял никогда вообще. Не было такого. И с какой стати? С какой стати? Дайте сказать. Вот... Вы представляете, когда-то этот ребенок, замечательный ребенок, я не спорю, он когда-то вырастет, и он будет претендовать на наследство. Будет. Да. Мало того, что Сеня и так 11 лет содержит эту распутную женщину, которая непонятно от кого нагуляла, и ее ребенка. Не надо оскорблять, пожалуйста, меня. Вы ничего не знаете, вообще ничего. Слушайте, бедная овечка. Вот она сейчас, она была уверена, что ее сын не подойдет в качестве донора. Поэтому она прям легко так и согласилась. Говорит, да, пожалуйста. Я была уверена. Была уверена абсолютно. Да она вообще не бескорыстно это согласилась сделать. Как она это? С нас 500 тысяч взяла за это. А когда выяснила, что ребенок не подходит, вы думаете, она вернула эти деньги? Да, вернула? Нет! Нет, она говорит... А вы что-то делали, чтобы она их вернула? Естественно. Она говорит, я долги отдала. Я говорю, какие к чертовой матери долги? Нам сейчас деньги позарез нужны, понимаете? Да, нам доноры, нам доноры. Нам вчера из больницы звонили, сказали, что предполагаемого донора нашли. Появился шанс, понимаете? Нам сейчас очень нужны деньги. А эта тварь, блин, это вообще ужас. Не если надо ребенок, меня оскорблять, пожалуйста. Если ребенок хочет знать, кто его отец, так пусть он у тебя и допытывается. Не надо вешать на нас, на нашу семью, понимаешь? У нас и так хватает проблем в нашей жизни. Я думаю, что пришло время ознакомиться с результатами генетических экспертиз. Если сторонам больше нечего добавить, принесите, пожалуйста, конверт. Расписку придумали, Маришку 500 тысяч растила, да. Какие-то. Откуда? Ничего не имела. Давали мы тебе 500, давали. Нет, вы ничего мне не давали. Это вам приснилось это, наверное. Естественно. Я говорю, в суд подам, а Сеня говорит, не надо. Что она неадекватна? Неадекватна. Вы неадекватны. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Щербака Арсения Александровича и Прехина Вячеслава Арсеньевича. По результатам настоящей экспертизы Щербак Арсений Александрович является биологическим отцом Господи, Прехина Вячеслава Арсеньевича. Это невозможно. Как же это чушь, если это генетическое исследование? Что-то здесь не так. Проведенное уважаемой медицинской организацией. Слушайте, ваша честь, когда делали экспертизу клеток у Славы и у Артура, врачи однозначно сказали, что у них ничего общего нет. Они сказали, что пацаны между собой не родственники. Угу. Что вы говорите? Как же так могло получиться? Вот интересно. Так, что же это интересно. Означает? Ну говори, кем ты не изменила. Выбирайте выражение в суде. И вообще, как вы с женой разговариваете? Прошу прощения, ваша честь. Действительно, может быть, свидетель, вы какой-то прольете свет на сложившуюся ситуацию? А ты сам виноват. В чем я виноват-то? А в чем виноват ваш супруг? Давай, рассказывай правду. Я все расскажу. Я не буду молчать, я все расскажу. Ты, Кобелину, всю жизнь не изменял. Да. Ты мне всю жизнь испортил. Я тебя любила. Молчите. Ты женился не на мне, а на деньгах моего отца. Да, конечно. Ты начнешь. Что мне говорил, что ты не хочешь детей, заставлял мне аборты делать, а сам на стороне нагулял? Юля, прекрати эту ахинею нести. Сволочь, я за тобой проследила, я все видела. Да ты мне изменила, а теперь все это на меня переваливаешь. Ты виноват. Отойди, Гена. Я за тобой проследила. Вот как это получается? Это не имеет. Успокойтесь, пожалуйста. Ты мне, говорит, в командировку поехал. Тишина. В командировку он поехал. Суду уже понятно, что очень у вас большая обида на вашего супруга.
Я в сентябре это было, 2010-го. Я за ним смотрю, в магазин в детский приперся, берет памперсов, упаковку, игрушки. Ты почему и следила за мной? Поехал. Так, что мне было делать? Как что ты могла мне оставалось? Вообще? Что мне оставалось? Надо мной уже все смеялись. Как дал бы тебе сейчас. А у него все приезжаю на дачу, встречает его с ребенком на руках, вот это вот Пряхина. Так. Да, молодая еще, говорит, на 10 лет моложе была, не так, как сейчас. Он сыночек на нее, сыночек бросился. Я рыдала, я не знаю, я думаю, я порешу и его, и себя. Надо было за мужем я следить. Просто, я в кустах сидела. Да молчи я, ты уже. Я просто на землю упала, я так кричала. Я не знаю, что я с собой сделала, но какой-то байкер, он, не знаю, подошел ко мне, говорит, что случилось, трясет меня за плечи. Я говорю, что, ну, понимаешь, у меня жизнь рушится, у меня муж мне изменяет. А он мне говорит, чтобы успокоить, дал фляги своей что-то выпить. Я не знаю, что там спирт или какая-то. Мне прям горло обожгло. Потом он говорит, говорит, забей, говорит, пойдем, говорит, ко мне в гараж. Просто, говорит, отвлечемся. Стал ко мне приставать. Ну, я в отместку, я переспала. Ёкарный бабай! Так это ты была! Да не помню я тебя смотрю. Вообще. Мне твое меня. Лицо знакомо. Ты тогда еще из гаража убежала, когда я после секса да. отлить пошел. А ты чего убежала? Тебе что, не понравилось, что ли? Ты смотри, слушай, мне тебе алименты некогда платить. Не до тебя сейчас. Какие к чертовой матери алименты? Тут, понимаешь, судьба рушится. Молодец, Генка. Чемпион. Да ладно. Сеня, ты заварил ладно. Эту кашу. Конечно. Ты да. заварил. Артур? Ты ходок, понимаешь? Сын, Ярцев? Мне отец говорил, что у нас шоке. Какой бред. Мариш, а какая да. что какой у меня фартовая бред. Дочка. Боже мой. Вот теперь у тебя ну что, Арсений Александрович, сын-то ваш, что теперь делать нет, будете? Ваша честь, Артур мой сын, конечно, я его не брошу. И точка. Я сделаю для него все. И вообще, я прошу свой иск отозвать. Не нужно мне никакое постановление. Мы сами с женой разберемся. Я сам во всем виноват. И понял, что было у меня два сына. И останется у меня два сына. И прошу закончить на этом. Суд удаляется для внесения определения. Маришка, он теперь свою жену-то бросит? Ну вы тут да. замутили, конечно. Так. Мы с тобой новые подадим. Мам, мне вот это невозможно. Что это значит? Не... Подожди, ну, мне врачи однозначно сказали, что между пацанами никаких родственных связей нет. Жена в зале суда оглашается определение суда. Производство по иску Щербака Арсения Александровича об оспаривании своего отцовства прекратить. Суд прекращает производство по делу, потому что истец отказался от заявленного им иска. И этот отказ не противоречит закону, соответствует интересам ребенка и не нарушает права и законные интересы других лиц. Ответчик, я вам настоятельно рекомендую обратиться в суд с иском о взыскании с вашего бывшего сожителя алиментов, чтобы он обязательно их выплачивал в установленном законном порядке. Да, спасибо. Понятно? Спасибо. Судебное заседание закончено. Да. Ну что, дочь? Заседание закрыто. Ну, прошу покинуть зал суда. Юлечка, все будет хорошо. Вот прошу одно мудрое решение. У нас с тобой. Доченька, ты у а меня вон вся кровь. Мы натворили с тобой дело. Нам сейчас главный ребенок. Конечно, понимаешь? Конечно.